Ребята, всем привет. Короче, нужно выбрать подарок. Не знаю, что выбрать на день рождения. Сейчас будем смотреть, искать с вами в магазине. Хотел включить прямую трансляцию, но не получится. Там же эти авторские права, музыка постоянно играет. Короче, завтра иду на день рождения, посмотрим, что я выберу. Ой, ребята, гляньте, какая красота. $100. Гляньте, какая большая. Драцена, она настоящая. Такое впечатление, что оно искусственное. Гляньте, вот это тоже прикольное. Ого-го, я молчу, ничего себе. А принесешь домой, оно пропадет. Гляньте, какая красивая тоже. А, ну да, это кротон, как у меня стоит дома, дружочек мой. Гляньте, какой красивый бонсай. Вот я не знаю, что купить. Может купить это дерево или что, или цветы какие-то. Сейчас посмотрю. Ребята, короче, чтобы вы понимали, это тоже искусственное. Этот кактус тоже искусственный. Представляете? Вот это да. Я думала, настоящее. Вот это обман зрения. Еще и бирюзовый кактус. Еще и бирюзовый кактус. Ну вот как они так делают? Вот как так они делают? Так, а это уже настоящие. Ну вообще, я не отличила, ребята, искусственные. Я думала, что это настоящие. Гляньте, как будто паучок там живет. Паутина какая-то. Эти уже колятся. Гляньте, как цветами играет, переливаются цветами. А гляньте, вот этот на чебурашку похожий. Чи на зайца какого-то. Прикольные вообще, все классные. Гляньте, какие красивые. Гляньте, какие красивые. Я таких не видел даже. Я не знаю, что за растения, ребята, но они очень красиво смотрятся. Вообще шикарные. Я, наверное, сейчас куплю какой-то цветок живой. Большой, я не знаю точно. Сейчас еще. Вот была бы прямая трансляция, вы бы мне посоветовали, что подарить девушке на день рождения, у которой все есть. Ребята, гляньте, какая композиция цветная. Вообще шикарно. Вот на подарок тоже классно. Но это настоящие кактусы. Прикольно смотрится. Сейчас еще вам одну покажу. Гляньте, вот это тоже прикольное. Вообще шикарно. Гляньте, ребята, бирюзовые камни. А можно я себе немножко возьму? Ух ты, класс. Шикарно прям. Камушки такие, интересно, они это покрашены или что? Гляньте, какая ракушка огромная. Это тоже все настоящее. В банке целый там террариум. Гляньте, как красиво. Бирюзовые, ребята. Короче, знаете, что в магазине целая куча уже эти продают чемоданы, эти коврики для пляжа. Но люди никуда, походу, не ездят. Я не знаю. Гляньте, какие красивые кактусы. Целая куча сезонных продуктов. Ну, люди, походу, никуда сейчас не едут. Гляньте, как красиво придумали. Вы думаете, это вам не хухры-мухры? Гляньте, это, ребята, такая лампа настольная. Класс. Вообще оригинально придумали. Так, это тоже что-то новое. Гляньте, рыжие. Там такого цвета. Ребята. Она бесподобна. Боже, ребята, гляньте, она бесподобно красивая. Я первый раз такой цвет вижу. Я бирюзовые видел, но вот такого цвета я еще не видел. Ежик. Настоящий мох, ребята. На ежике настоящий мох растет. Ежик мне нравится, тоже прикольный. Короче, зашел подарок выбирать, ребята, и понесло. Гляньте, я просто таких цветов, не, ну, такого цвета не видел. Эти, как они, фенилопсисы или как? Фалилопсисы. Боже, сюда можно отдельно прийти, как в этот, оранжерею. Гляньте, какого красивого цвета тоже бирюза. Ой, я забыл, как они называются, ребята. Напишите, я забыл, как они называются. Они такие популярные, что не знал и забыл. Тю, даже некого спросить. Ну, реально забыл, как они называются. Из головы вылетело, и все. Короче, вспомнил, ребята. Орхидея. Так, все, пойдемте на второй этаж. Что-нибудь поищем. Ребята, гляньте, какая штука классная. Короче, вот этот вот Redmond. Тут можно выпекать все, что хотите. Вот это вот снимается панель. Вот эта панелька снимается. И вот дополнительные панели есть. Можно вот такие сырные колечки сделать. Я уже почитал, тут даже рецепт есть. Вот сзади рецепт. Можно вот такие печенье сделать. Что у нас? Печенье песочное. Вот это я не знаю, что это такое. Рыбки какие-то, такое печенька, вот такой пирог с этим, как его, с начинкой, рождественский, ну там оно есть, сейчас акция, вот покупаете три панели, гляньте, три панели ты покупаете, и вот это вот мультипечь в подарок идет, нормально.
Короче, ребята, я, наверное, себе такое сейчас возьму. Я даже не думал, что будет такая акция. Гляньте, вообще. Получается, вот это вот подарок. Три панели берем, и все, в подарок так 1000, а так получается, я за панели заплачу 1200, и вот это получается бесплатно. Сейчас я подумаю хорошенько, сейчас я что-то выберу. Короче, пошел за подарком и купил себе, наверное, подарок. Ребята, я выбрал. Беру вот такие сырники, беру вот такой пирог, можно будет с разной начинкой, и что-то из печенек возьму себе. Все, всем хорошего настроения, ребята, магазин закрывается, я бегу.